похоже на парящий мост. Ну вот прям, прям практически парящий мост. Здорово придумали. Это парк у станции метро Зил. А я иду по направлению к набережной на пристань Зил. Вот он такой прикольный парк. А вот этот мостик сделан, ну или как беседка внизу и мостик сверху, сделан по принципу конвейера, заводского конвейера. Класс. Вот еще тут такой сквер между домами. Тут в основном, конечно, новостройки, новый район. Дома еще не сданы. Ну, в общем, вот какой тут классный скверик у дома. Лавочки такие прикольные. Вообще суперские. Это со двора вот тот дом, который я снимала у... Там иди парк. А это с другой стороны. С другой стороны дома. Класс. И вот там такие домики. Вот я иду в сторону к набережной. Тоже такие вот прикольные домики, как таунхаус. Маленькие. Хороший райончик. Совсем видно, что новый. Новостройки одни. Очень мне понравился райончик. Я иду к набережной. И машин тут, кстати, немного совсем. Ну, то есть, конечно, машина, но не так, не поток, конечно, такой, как в центре. Достаточно свободная улица. Класс. Такие тут домики вообще прям игрушечные. Домики игрушечные. Новенькие все такие необычные. Крапинку домик. Класс. Вот это целый тут такой, как это называется? Квартал, вот, вспомнила, как это называется, квартал такой, новый, новостройки. Так, тут все хорошо, комфортно сделано, везде лавочки такие, скверики. Хоть и дома большие, много их, но все как-то так прям уютненько. Уютненько, так красиво, все приятно. Вот. Это новостройки. Я уже, наверное, почти дошла до набережной. В общем, походу то, что вижу, интересно и снимаю. Походу еще один квартал. Следующий. Вот это дом. С другой стороны вот я прохожу. Это улица архитектора Шусева называется. Не знаю, сколько мне еще идти до набережной. Такие везде посадочки, такие везде скверики, классные, очень здорово. Что-то набережную я пока не вижу, хотя уже начинается дождик. Я надеюсь, что я успею сесть в речной трамвайчик, потому что я, ну хотя зонтик у меня, конечно, слава богу, есть. Я все-таки знала, что дождь обещает, и взяла. Но все равно мне хотелось, конечно,
прогуляться, чуть-чуть успеть. Я надеюсь, что я успею на причал до того, как дождь начнется. Вот прям на ботаническом саду тоже вот такие новые кварталы везде построили, метро. Вот и здесь тоже еще все это благоустраивают. Елочки вот привезли, сейчас будут высаживать елочки. Класс, красивые елочки тут. Здорово, красиво тут. Хороший райончик, хорошие новые домики. Мне понравилось. Классно тут. Внизу магазины, внизу каждого дома магазины, ну и так далее. Парикмахерские, медцентр, стоматология и так далее. Много всего. Вау, высокий какой дом. Высокий. Этажи 13, может 15. Вот, красивый райончик. Здорово, что я тут хоть побывала. Интересно смотреть Москву в тех местах, где еще вот тут уже приготовили лунки для того, чтобы сажать елочки. Елочки будут высаживать. А вот на этом дому указан адрес набережная Марка Шагала. Так что я, значит, уже близко к набережной подошла. Сейчас уже поплыву, значит, на трамвайчике поплыву. Вот это набережная Марка Шагала. Сейчас я буду искать пристань. Красивые дома. Очень красивая. Новый район. Так. Где-то левее мне нужно будет сейчас пройти по набережной. И там должна быть пристань. Сторону я поплыву. Вау, как красиво, красиво очень. Так, ладно, пойду я искать пристань. Они, я посмотрела в интернете, один раз в час плавают, вон, вижу, плывет быстрее, может, я на него успею, плывет кораблик, теплоходик, это трамвайчик, побежала я, хочу на него успеть, вот она, пристань, а то потом долго надо будет ждать, прям бегу. Извиняюсь, что прям так все быстро снимаю. Хочу успеть на этот трамвайчик. Наверное, на нем поплыву. Какая красота. Зил. Вот плывет мой трамвайчик. Он развернулся. Сейчас на нем я и поплыву. С
здорово. Там автозаводская станция, пристань. Вот он там причаливает. С одной стороны, конечно, холодно и пасмурно, даже вот уже дождик моросит, но зато нет народу. Девочки, вот, которые тут работают, сказали, что народу вообще очень много. И даже вот если я захочу вернуться, то, ну, то есть сегодня вот это без проблем, а в будни это очередь, в выходные это очередь. Так что классно. Если мне понравится, то я, может быть, даже и вернусь. Одна поездка 70 минут.